Друзья, всем привет, с вами Артем, компания «Система». И сегодня мы вам расскажем вот про такой замечательный мини-погрузчик «Мультиван». Классные итальянские погрузчики на такой сочлененной ломающейся раме, с каким-то невероятным набором количества навесного оборудования, которое вы можете сюда подключить. Легкие в управлении, удобные, маневренные, но при этом с очень высокой грузоподъемностью. Сегодня я вам про него коротко расскажу, и где-то в середине видео, ближе к концу, будет именно прямой отзыв от человека, от хозяина этого дома и от хозяина этого замечательного погрузчика. Он нам все расскажет, плюсы, минусы, почему купил, что нравится, что не нравится. В общем, смотрите, будет интересно. Так что же это такое шарнирно-сочлененная рама? Рулевое управление здесь не стандартное, а гидромеханическое. С двумя гидроцилиндрами, которые, собственно, и осуществляют поворот, складывание рамы, обеспечивая высокую маневренность. Ну а если коротко и по-простому, то поворот таких машин осуществляется не за счет управления передними колесами, а путем излома рамы. Благодаря этому мы получаем легкое управление трактором, а правильная развесовка по осям увеличивает тяговые усилия. Трактор легкий, но тянет много, скажем так. Ну а в целом, что это нам дает? Ну это первый и самый очевидный плюс, это, естественно, маневренность. Вот эта вот изменяемая ломающаяся геометрия рамы дает преимущество при маневрах в узких проходах. Да, мы можем сравнить, допустим, с бортовым каким-нибудь погрузчиком, ну типа Bobcat или GCB, вот эти квадратные вы видели, ездят желтого цвета. Да, бортовой погрузчик, он осуществляет повороты за счет разной скорости вращения бортов, ну типа как экскаватор или танк. Из-за этого где-то лавировать во дворах, между деревьями, машинами не очень удобно на этих бортовых погрузчиках. Как я и говорил, Мультиван славится своим разнообразием навесного оборудования. К нему можно подключить все, что угодно, начиная от ковшей и отвалов и заканчивая косилками, вилами, щетками, граблями и так далее. И приобретая несколько рабочих органов, не хочется мучиться с их подключением. Поэтому все погрузчики Мультиван оснащены гидравлическим мультиконнектором. Он позволяет одним движением подключить любое оборудование, избегая утечек масла. А тут сразу у нас спереди, понятное дело, ковш. Он подключается через быстросъемное соединение, то есть вам не нужно мучиться с его подключением. Просто подъезжаете, зацепили и поехали, тут дело одной минуты. Далее, как я и говорил, у нас идет мультиконнектор, который позволяет все очень легко подключить. Сама стрела здесь телескопическая, то есть она выдвигается вперед, очень удобно. Пластик, который неубиваемый. Много делали краш-тестов, испытаний, ломали, били, что-то ездили по этому пластику, что только не делали, ему вообще все равно. То есть зимой этот пластик у вас никогда не треснет. Далее удобный доступ в кабину, то есть очень широко, видите, открывается дверь. То есть человек, в принципе, любой комплекции сюда без проблем залезет. Далее у нас здесь идет топливный бак. Здесь у нас идет доступ к двигателю через такие специальные защелки. Вот так легко защелки поднимаются. За них же просто берем. И здесь у нас двигатель. Легкий доступ. Ко всему можно добраться, провести какое-то ТО, заменить жидкости, просто проверить, посмотреть, что все в порядке. Ну, дальше у нас здесь это просто масса, отключение, да. Здесь у нас снизу идет розетка для подключения подогрева двигателя, то есть зимой. Очень удобно, особенно вот если вы живете где-то в загородном доме, спокойно подключаете розетку, все, у вас вышли поработать, у вас трактор будет теплый. Дальше здесь у нас идут гидрошланги, все они защищены, очень жестко закреплены, то есть если даже сюда что-то упадет, снег, лед, песок, там что-то такое, это все будет в целости и сохранности. Ну а сейчас самое интересное, сейчас мы возьмем небольшое интервью у пользователя, кто регулярно на нем работает зимой, сейчас он нам все расскажет про этот трактор, и мы с вами узнаем, за что же все-таки любит этот Мультиван у нас в России. Итак, рядом со мной Фангат, счастливый пользователь данного трактора. Фангат, скажите, сколько в пользовании он у вас? 2 года я купил. Как много смотрел интернета, компьютеры, вот, выбрал вот эту машинку. Ну да, вот выбрали. Да, почему именно остановились именно на Мультиване?
Вы же, наверное, тоже какие-то другие трактора смотрели, там, МТЗ, может, какие-то китайцы. Да. Почему именно выбрали этот трактор? Ну, потому что характеристику прочитал, узнавал, интересовался. И по видео смотрел, люди как работают, у вас же много рекламы, отборов, да. И решил вот этот приобретать. Приобрел его, и вот я доволен с этой машинкой. Вот 2 года зимой я раньше толкал это руками. Снег? Снег, да, снег толкал. А сейчас убираю, вытаскиваю, гружу на КамАЗ и вывожу в сторону. Самая хорошая машинка это. То есть вы его используете для чистки вот своего участка? Для чистки участка, да. Дорожки вот эти, площадки. Там дорога, дальше у меня основная дорога. Ручной там тяжеловато. Ну, лопаты, это, да, тут лопаты много будет чистить. Да. Если вы работаете зимой, кабина теплая? Кабина теплая, хорошая, удобная, управляется быстро, легко. Легкое управление? Легкое управление, да. Нормально, хорошая машинка. А по поводу легкого подключения, вот мультиконнектор? Ну, любое приспособление. У меня есть еще ротор. Снегоротор. Снегоротор, да, который кидает. Вот быстро подсоединяется, легко соединяется, легко стыкуется с этой машинкой. И открываю, ну, вы показали, открываю, и быстрое соединение. Даже капли масла нету. То есть тут у нас идет гидравлическое подключение, да. То есть вы когда включаете... Даже ни масла, ни капельки, да, ничего не теряется. Да, нормально. Быстро сделать. Соединение, хорошее соединение. А получается снег, лед, все вот это, то есть он... Ну, до льда не довожу. Понятно, да. Только снег только раньше, убираю. Да. То есть он спокойно много может загрузить. Да, до асфальта у меня чисто каждый... До асфальта, то есть вы уберете. Ну да, лопаты, конечно, таким... Нет, не уберешь. Никогда не уберешь, да. Да, да, да. То есть таким трактором, да, конечно, вот до асфальта, до плитки. Самое то как раз. Никакие повреждения, видите, вот 2 года я уже пользуюсь. Да, все целое, плитка целая, да. Но здесь, кстати, да, стоит еще плавающий режим на самой стреле. На плавающий режим работает. Да, на плавающий режим вы ставите, и то есть получается у вас стрела повторяет контур земли, то есть ничего здесь не повреждается, очень удобно. Нет, да, нормально, удобно. Но вообще в целом вы советуете этот трактор, он вам нравится? Кто желает, конечно, кто хочет, вот я советую приобрести вот такую машинку. Именно мультиван. Именно мультиван? Да. Почему не другие, почему не китайцы? Ну, я китайцев смотрел, там управление тяжеловато, там, и международная китайская техника, сами знаете, какая, говорят. Из-за этого итальянская техника. Посмотрел, выбрал. Вы довольны? Я доволен. Как думаете, еще сколько он у вас проработает? Не хотите продавать? Пока нет. Долго будет работать, я думаю. Долго будет работать. Вовремя. Масло менять надо. Ну, это понятно. Да, обслуживать надо вовремя. Все нормально. И будет работать. Да, и будет работать. Да. Ну что, друзья, самый настоящий, самый прямой отзыв от настоящего пользователя. Спасибо, Фангатов. Да, спасибо вам. Посоветовали, помогли купить такую машинку. Да не за что, да. Обращайтесь. Спасибо. Ну что, друзья, вот такой вот замечательный погрузчик. Multi One Италия. Многофункциональный, легкий, удобный в управлении, высокая грузоподъемность. Любой КамАЗ он вам загрузит. Если у вас вот такой небольшой участок, вам нужно чистить снег, следить за газоном, убирать там, ну, грузить щебень, песок, еще что-то, выполнять любые, в принципе, работы, задачи по небольшому участку, вот этот замечательный мини-погрузчик Multi One отлично справится с этой задачей. Поэтому для покупки звоните по бесплатному номеру, вот здесь он указан. Всегда в наличии, лизинг и так далее. С вами был Артем, компания «Система», погрузчик «Мультиван». Всем пока!